Вон она, Сандера. Солнце шарит. Здорово, братва. Поздоровайся. Мы с утра уже по магазинам. Сейчас едем менять масло, ГРМ. Если интересно, смотрите до конца, сколько это бабла вам стоит. Пока могу по ценнику сказать по покупке. Помните, я снимал видос на масло Демицу? Вот это охеренное масло. Хотел его сейчас залить, но здесь его нигде не найти. Поэтому, оказывается, оно еще и редкое масло. Я вам его советую. И сейчас купил Эльф, как производитель рекомендует. Но это реклама, конечно, но пришлось взять это масло, сейчас покажу. Это канистра Эльфа взял, антифриз G-Energy. И здесь куча всего, ГРМ, там ролики, полный комплект всего. В общем, ГРМ комплект полностью, все там ролики, ремень, плюс еще один ремень, который вот этот дополнительно идет, там генератор с ГУРом. Два фильтра, масляный и этот воздушный. В общем, все это вместе 6500 вышло. Там еще скидочку сделали. Короче, это не оригинал, но это хорошая фирма. Оригинал чуть-чуть дороже, но смысла нет за коробку переплачивать. В общем, покупка вам обойдется 6 рублей, не считай массово. Плюс замена, в конце ролика узнаете, сколько. Сейчас едем менять, все расскажем. В гараже ребятам своим на ремонт. Я тут на своей тачке еле проехал. А тут мой братюня пытается проехать на прелюде. Я на акценте своем тут застревал. Ты рискованный пацан. Ну что, процесс пошел. Короче, разобрали. Практически все окей, только надо будет по весне рычаги поменять. И течет там что-то. Что там течет, Ваня, ты сказал? Я хуй. Из коробки. Смотрел, что там течет. А, Колян, это ты? Я думал, это Ваня стоит, говорит, хуй его знает. Там, где шрус, где пыльник, что-то течет из коробки. Надо будет прям комплект менять. Вязкости масел по температуре, по регионам. Может, я как раз вот посмотрю. Да, помпа. Хорошее состояние. Ролик. Свечи. Стояли заводские. Двухконтактные. Сейчас поставим GK. Поменяли ремень такой фирмы. Насколько? Нигер уже устал тут. Но потом это все равно подрастянется. Тут, кстати, воздух есть. Спробуем без них выглядеть. Да, да. Ну-ка покажи. Вот она. Сейчас подольем. Заворачиваем. Заливайте антифриз. Проебал, смотри. И вот здесь спускаете воздух. Потекло, значит воздуха нет. Лайфхак для тех, кто не знал. Давай прогреваем тачку, ждем включения вентилятора, открытия термостата и все, и поедем нахуй домой. Ну пускай повтори еще раз. Врубай. Ну что, братва, ТО прошло успешно, поменяли ГРМ, масло, свечи, на 60 тысяч обеспечен пробег. Надеюсь, без проблем. Посмотри, вот тут пацаны убираются. Ребят, вы это, не отвлекайтесь, мы тут снимаем просто. Да, давай. Ваня, что ждем? Пока прогреется. А потом? Закрываем и все. И уезжаем. И уебываем.